Здравствуйте. В прямом эфире новости в студии Илья Райшев. Коротко о главном. В окружную столицу ледоход придет через 3-4 дня, при условии, что сохранится его текущая скорость 60 км в сутки. Как сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС, голова ледохода на РТШ вчера была уже в Горноправдинске. До устья реки оставалось 225 км. Его хвосты в Демьянке Тюменской области и в Усть-Ишиме Омской области. Что касается обита, у голова ледохода на ней вчера пока не дошла до границы Югры. Она находилась в районе села Кожевниково Томской области. Это примерно полсотни километров от границы субъектов. Глава Макеевки в Донецкой Народной Республике высоко оценил помощь Югры в восстановлении города. Накануне Наталья Комарова провела рабочую встречу с Владиславом Ключеровым. Он приехал с командой экспертов на Всероссийский форум национального единства. Стороны обсудили текущие результаты сотрудничества, а также совместные планы на ближайшие годы. В частности, глава администрации Макеевки отметил вклад аварийных бригад из Югры, которые восстанавливали инфраструктуру города после обстрелов и помогали провести отопительный сезон. Механизмы исполнения в большой степени, в абсолютной степени на ваших предложениях основаны, исходя из возможностей Фатуансийского автономного округа Югры и Свердловской области. Вышли на решения, которые заинтересованы жители Макеевки и все те, кто пользуется и нацелены на развитие Донецкой Народной Республики в данном случае. Со всеми знакомы очень на протяжении долгого времени, обсуждаем все наши вопросы и детально подходим к каждому вопросу обсуждения в МКД. Я скажу и по другим направлениям, и гуманитарного направления, и я скажу на сегодняшний день, и школьное обучение. Каждый вопрос, каждый затрагивается. И я знаю, что и вы постоянно как бы держите руку на контроле в этом направлении. Всероссийский форум национального единства сплотил 45 регионов страны. Старт событий дали накануне в Ханты-Мансийске. В нем участвуют 1500 человек. Это представители множества народов и национальностей, которые живут на всей территории России. В этом году к форуму присоединились жители Камчатки, а также Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской области. В программе события круглые столы, дискуссионные площадки, школа этноблогеров, совещание экспертов. В центре внимания реализация государственной и национальной политики и гармонизация межнациональных отношений. Самым ярким событием первого дня стала выставка-дефиле «Нарядная Россия». В этом году свои коллекции народных костюмов представили 26 участников из 12 регионов. Это республика Тыва, Мариэл, Татарстан, Башкортостан, Югра, Ямал и другие. Задача у нас сегодня с вами серьезная на нашем форуме. Нужно будет сформировать решение по укреплению духовной общности многонационального народа России. Это ключевая тема нашего форума. И до форума, и после форума – это то, чем мы с вами живем, как отметил Юрий Вэлла. Также к событию присоединились представители Федерального агентства по делам национальностей, администрации президента Российской Федерации, Общественной палаты. Участником форума стал и губернатор Тюменской области Александр Мор. Он подчеркнул, что Югра, Ямал и Тюменская область на протяжении многих лет остаются регионами, привлекательными для внутренней и внешней миграции. В этой связи Александр Мор предложил создать проект межрегионального туризма для детей из семей военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Пока проект находится в стадии организации, здесь, на форуме, мы решили сделать практический шаг. В подарок от Тюменской области юным жителям Югры из семей мобилизованных мы дарим 100 путевок в город Тобольск, духовную столицу Западной Сибири. Над Ханты-Мансийском летали ракеты. Космические корабли запускали участники программы технологических конкурсов на космическую тематику «Дежурный по планете». Лагерь «Актива» помогает определиться школьникам с выбором профессии, воплотить свои идеи и поступить в ведущие вузы России. Моя коллега Наталья Акст познакомилась с финалистами проекта и увидела, как они запускают в небо ракеты.
Я нахожусь на окраине Ханты-Мансийска вместе с участниками космической смены «Дежурный по планете». Это почти 1500 школьников из 32 регионов страны, которые стали призерами различных конкурсов в сфере космических технологий. Ребята приехали в окружную столицу 12 апреля и сразу приступили к работе по своим профильным технологическим направлениям. В частности, с начала смены они занимались разработкой полезных нагрузок и алгоритмов управления для роверов, а еще строили уменьшенные копии спутников и ракет. Самым зрелищным этапом работы участников смены стали запуски летательных аппаратов. Спутники отправились в небо с площадки возле стадиона «Югра Атлетикс». 5, 4, 3, 2, 1. А вот испытывать ракеты решили за чертой города. Стартовая площадка расположилась недалеко от асфальтобетонного завода. Отсюда на высоту около километра модели космических кораблей запустили 4 команды. В команде есть обязательно инженер-программист, который занимается программированием бортовой электроники, и 2 инженера-конструктора, которые, условно говоря, проектируют эту ракету, рассчитывают ее, собирают. И все вместе потом они проходили у нас предстартовую проверку, чтобы мы смогли выдать технический допуск к полету. А вот участники как-то вообще называют свои ракеты, дают им имена? Да, «Миньон-1». «Миньон-1»? Видите, у нас даже вот у кого-то там «Россия-1». «Россия-1». У кого-то трава у дома. Вот приходится пробираться до стартовой площадки вот под таким сугробом. Это что такое? Это пусковая установка. То есть, получается, вот на нее будет как-то крепиться, да, ракета, и потом... А, и с нее взлетать. Сейчас поставим ракету на пусковую установку, вставим запал, и можно будет ее уже запускать. Мощность запала такая, чтобы зажечь двигатель. После того, как все к запуску готово, команда отходит на безопасное расстояние. Прием, даю. Внимание, ключ на старт. Даю обратный отсчет. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! Молодец. Давай, 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 давай. Парашют! Ну. Да! Да! Мы это сделали. Спустя столько работы, столько трудностей, она взлетела и четко отработала свой алгоритм, четко выпустила все. Система спасения сработала, и все наши идеи действительно воплотились в жизнь. Наивысшей точки своего полета ракета достигает примерно за 10 секунд. Затем срабатывает бортовая электроника. Раскрывается парашют, и летательный аппарат начинает спуск. При хороших погодных условиях он длится 2-3 минуты. Ну что ж, ракеты благополучно прошли испытания. Теперь молодым инженерам остается пройти заключительный этап космической смены. 25 апреля защитить свои проекты перед экспертами. Победители программы получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы страны. Наталья Акст, окружная телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Югорские пожарные – лучшие в Уральском федеральном округе. Наши спасатели выиграли в соревнованиях, которые на этих выходных прошли в Сургуте. Участвовали в них сборные команды из 6 регионов. Для того, чтобы выявить лучших из лучших, имитировали настоящую дорожную аварию. Каждой команде пожарных предстояло остановить воображаемый огонь, извлечь из машин статистов, оказать им первую медицинскую помощь и передать их врачам скорой. Все команды справились практически безукоризненно. Ведь в реальной ситуации от действий каждого пожарного зависит жизни и здоровье людей. Однако лучше всех свои умения продемонстрировали югорчане. Теперь они будут представлять УРФО на всероссийских состязаниях. Данные соревнования они проводятся в рамках государственной программы «Безопасные дороги». Конечно же, для того, чтобы людям, нашим жителям, дать понять и довести информацию, что государство заботится о безопасности граждан, в том числе и на дорогах. И в то же время повысить как таковой и уровень подготовки как спасателей, так и всех других служб, которые задействованы при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Это все новости к этому часу. С вами был Илья Райшев. Всего доброго. До встречи на телеканале «Югра».